из Владивостока встречайте Рамазан Исаев! В синему. Ему 27 лет, рост 173 сантиметра, вес 71,8 килограмма. Его профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Он чемпион всероссийского турнира по рукопашному бою, чемпион Сахалинской области по кикбоксингу, рукопашному бою, грэпплингу, ММА и армейскому рукопашному бою, представляющий клуб «Россия» Сахалин Иван Кабака! А вот его соперник красному двухлетки. Айсу 23 года. Его рост 170 сантиметров, а вес 70,15 килограмма. Профессиональный рекорд такой же, как у соперника. Один бой, одна победа. Он чемпион всероссийского турнира по рукопашному бою и чемпион Владивостока по грэпплингу. Представляющий бойцовский клуб «Гладиатор» из Владивостока Фотон Рамазан Исаев! Родили Сергей Бородин. Прошу вас, 3 раунда по 5 минут. Беремся честно, правила не нарушаем. Пожали руки. Боец в синем углу получает предупреждение за превышение лимита весовой категории. Синему, да, горчичный. Я готов. Боец готов. Первый раунд. Бой! Первый раунд. Напрягай, Рамазан, напрягай. Да.
Вообще вот такой. Дамы и господа, время остановки боя 4 минуты и 55 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал Рамазан Исаев!